У меня была замершая беременность на 11 недель, не могу забеременеть, уже 8 месяцев лечусь, не знаю, как все будет. Я бы сказал так, если не было проблем, то есть если замерла на 11 недель, значит, нужно обязательно пройти обследование по невынашиванию беременности, потому что это большой срок. То есть вот когда идет на таком сроке, если именно на 11 неделе она не была не то, что там было, а если вот именно на 11 неделе произошла остановка развития беременности, здесь может быть много всяких факторов. В первую очередь смотрим на акушерский антифосфолипидный синдром, исключаем. Вот. Но если беременность наступала легко и не наступает сейчас, то какое-то базовое обследование нужно всегда пройти. В частности, если не будет наступать больше года, то проверить все-таки проходимость маточных труб. Потому что у нас достаточно жестко поступают в нашей стране и в соседних странах, ну вот этих лимитрофах, которые окружают Российскую Федерацию, делают выскабливания часто. Эти выскабливания могут повреждать слизистую оболочку матки и создавать проблемы. Поэтому выскабливание может за собой повлечь воспалительный процесс. Воспалительный процесс может приводить к нарушениям проходимости маточных труб. Поэтому вот в таких случаях, если других факторов не будет выявлено, то тогда важно трубы проверять.